Полтапов. Прохор уже за лицевой линией. Какие там будут опции, выбирается сам Полтапов. Неплохо, бросок и 3-2. Красная армия выходит вперед. Вот она важность Прохора Полтапова для этой команды. Он не забил, но именно он, по сути, этот гол и сделал. Это не случайное действие, это целенаправленная передача на Васина, который был перед пустым створом. И Матвей все понимает.